только тренировочным партнером, это я применяю ну, во всех сферах жизни, да, где бы я не только в зале, там и в повседневной жизни у меня точно такой же принцип. Ну, как говорится, я не конфетка, чтобы меня все любили, да, но уважать им придется, это точно. И уважают, потому что и я уважаю своих тренировочных спарринг партнеров и друзей, кто в зале. В этом